продолжаем проходить прокроец, а времени у нас еще все меньше и меньше, но дают больше как бы за выстрелы. Убьем славы! Нафиг туда. Начнем еще направо, потом налево. Потом сюда. Только опять толкнул. Мразь, я же тебя убил даже. Ты не герой! Это уже посложнее. Да жертвую я. Мы, короче, его убьем реально. Wake up. Заорет. Иди за мной. А, нет, нормально. Он уже знает, что ты готов. Смотри. Испытание. Фига. Видишь? Он все спланировал. Раз, два, три. И все, ты у него. Это твое второе я. Твоя жизнь. Он залезает тебе в голову. А ты не понимаешь. И вернуться нельзя, понимаешь? Нифига. Вернуться уже нельзя. Идем. Тачка. Она где-то здесь, нам нужна тачка. Почти пора. Я изучал маршрут. Другого шанса нет. Главное, нет. Ищите, ищите, это приказ. Ищите повсюду. Пошли. Нет, еще рано. О, черт. Прости. Нет. Что-то пошло не так явно. Опять меня киднепнули. А, нет, мы доехали на грузовике, точно. Ну, мы должны были пойти на грузовик, только, мне кажется, он врегал за это время, но все же. Не киднепнули. Ну, ладно. Скорее всего.
всего ты пытаешься спасти брата, но нам тоже не помешает помощь. Да, я понимаю. А, кстати, мы недалеко уехали-то. То есть он отлить сразу вот здесь, типа, остановился, да, вы хотите сказать? Я не смотрю, откуда нас кикнули. Причем просто так я туда зайти не могу, это бредово. Вот в это здание нельзя никаким образом попасть. Из него можно только выйти, но попасть нельзя, даже сука, если у нас идет охота. Так вот, ребят, что-то просто хотел бы показать. Кстати, груз, ну ладно, хрен с ним. Меняем позицию. Живи. А, фига. Я что-то вижу. Готовься. Побыстрее можешь? На помощь! Птица... Быстрее давай. Вставай, заебал. Пробраться бы на аэродром. Взять самолет, да улететь отсюда. Я пропустить. Но там полно людей и атомов. Ладно. Мне не справиться. Окей. Твою мать! Блять, тупые, сука. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фу, господи, ну ладно, пофиг на этих пленников, что они... Кстати, мы так... Мы здесь речку... На речке ловили эту самую рыбку, а мы, казалось... А мы были все это время рядом с этой штукой, а я не замечал, я и забыл. Хы. Anyway. Any fucking way. Дамб, а? Чербо. Нам сюда нам надо. Окей, что здесь? Мост гремучей змеи. Нет, блин, обычный. Сейчас мы все сделаем по красоте. Нет, меньше 15 выпусков точно осталось. Меньше 15, я думаю, где-то 10. Где-то 10 выпусков, я думаю, реально, и все. Ох, мать твою. Ох, мать твою. Надо было раньше, кстати, скачать тут про рыбалку, ну ладно. Но сейчас уже не нужно. У нас вообще есть. Знаете, слушайте, ничего годного я не вижу. Давайте, ладно. Эй.
Ain't no fucking way. Садитесь, суки, бич. Погнали. И погнали. Я становлюсь рэпером, меня это пугает. Причем не русским, а американским. Меня вдвойне пугает. Хотя, эй, guys. Что там такого, guys, people? Бра. Ладно, все, хватит. Херня страдать, давайте нормально уже проходить. Нам нужно на вышку. Мы туда поедем. Полетим. Нас так просто не возьмешь, пусть не надеются. Миссия радиомолчания. Давай побыстрее. Лети быстрее. Чё за горы сраные во всех Far Cry? В шестом Far Cry тоже горы. Блин, везде горы. Сраные. Здесь вообще не горы, а просто даже мешек здесь нету. После этой горы мешек нет, просто тупая херня. Ну это же нереальный объект. Видите, насколько они далеко. То есть, да. Блядь, я сейчас случайно выпустил, сука. Ага, а легче просто так сделать. Ой, по нам стреляют. Да, блять, ты можешь попасть? У-ху. Не понимаю. Не понимаю. Хотя бы так, ладно. Ага, порядок. Ага. Блять, непорядок. Нихуя не порядок. Я забыл про ХП, надо следить. Блять! Отсюда должно быть видно. Также сука, я же... А. Где будем? Ага, порядок. Дай мне секунду. Так. Ёбки, убили меня прошлый раз. Устроим засаду без проблем. А мои-то всем дед, мои-то все деды. Просто. А эти пропали, блять, куда-то. Да блять, трудно выбирать, пиздец. Пиздец, нахуй, блять. Все, давай. Ладно, уже бегу. Давай, спускайся быстрее. Вокруг одного места реально крутимся все. Спасибо, боженька, за первую поправку, мать её. Хы. На. Йорк, в пути! А чё сразу просто не могу взять такой типа и... Do you love me? Are you riding? And I never understand my side me. And I want you. And I need you. And I write you. Не свой текст. Не важно. Радиомолчание. Отлично. Задание выполнено. 900! Нихуя себе! Пиздец, как много. Зов природы. Иди в жопу. 900, сука, 900.
Я тупой, я не смотрел. Че тут? Не, ну 900, это вообще балдёж! А, вот вижу, походу, один. Да, вроде есть. Окей, лечу. Их ночью хорошо видно. Кста, лайфхак. А там плохой дядя, плохой дядя есть. Вот там, вижу! Еба, откуда вы взялись-то? Ладно, пофигу. Не, это чизбургер. Чизбургер. Хэмбургер. Нам они не нужны. Абсолютно никак. А что это за хрень? Таки мы здесь были? Таки нет, таки нет. Что же это такое? Это сектантский лагерь, мать его. Это ванпост. Давай, сука, давай, это ванпост, кстати, да. Давай, уходи, блядь! Еже! А очки нам дать нет? Ладно, им за это не дают. Лагерь прорыв. Очка? Ничего. А его захватывать нужно? Нет проблем. Кому не стреляют? Нормально не стрелять. О, я вижу аванпост. Fuck no. Hell no. Я перемещаюсь из точки А. Да-да. Сектант, мразь. Ой-ой-ой-ой, подлечиться надо. Что-то мне прям урон ног нанесли. Слышу, слышу. Невезучие сектанты могут один за другим. Так держать. Блядь! Настолько мне это забобило. Я второй раз с вертолёте умер, меня прям бомбануло сейчас. Конкретно так. За тобой увязалась парочка говнюков. Давай, ебать, поехали. Вроде все. Слышу, слышу. А, вот да, эти мрази. Вот сука, теперь ты умрешь. Вот так ты умрешь. Мрать, привет. Да тебе пипец, урод. Тебя лично раздавлю, мразь. Ой, нельзя сломать, жалко. Да. Согласен. Федерасты и канадцы тоже не хотят за меня голосовать. Вот я так. Серьезно? В пизду вертолет. Пиздец. Ебать, блядь. Пиздец, нахуй, блядь, ёб твою мать, блядь. Тихо, ты хуй.
Давай, блядь, полетай нахуй. Гандон. Пидорас, блядь, даже падаешь через жопу. Блядь, третий раз умер, ебаный на вертолете. Пиздец, Фаркрай, меня реально бомбит уже из-за этого. Скрипты долбаны. Блядь, серьезно, им все это все же нужно было сделать, да? Один вертолет еще сломать, и все. Ну нет, сука, все сложнее. Ты, блядь, рад, пиздец. Да, спасибо. Иди нахуй. Да. Может, возьмешь старушку Нэнси? Да, возьму. Разъезжай на ней повсюду, и мои будущие избиратели поймут, что да. Они под надежной защитой. Да, спасибо. И прошу, не привози сюда больше младшего. Никогда. Открыт. 600. Нет, блядь, 300. Окей, следующее задание. Нет следующих заданий, все. А мы в каком районе Акова? Три из четырех аванпостов. Млэд, где еще один аванпост, сука? Вот здесь что ли? Нет, это же, да, это отдельно. Го, подумай, где вам пост может быть. Хер его знает, где они могут быть. Честно так говоря. Я где-нибудь здесь бы запихнул, а здесь ничего нет. А, мы сюда не... Блядь, мы сюда не это самое, не ездили, зов природы. Капец. Летим, что сказать. Там враги! Держим пальцы на курках, народ! Заебал. Еще убей меня, давай. Мразь.
Так, ну уничтожаем, что сказать. Долгая была миссия, конечно, капец, летели сюда 300 лет. Серьезно? Так долго было. Ой. Да. Все. И ради этого мы летели, ради сколько там опыта было? 200? Сука. Долго. У нас тут гости! За тобой увязалась парочка говнюков, дружок. Поизняюсь. Так, здесь была еще одна миссия. Fuck it. Fuck it. За фермер Рэй. Так, ладно. А что это у нас здесь? Что это у нас здесь? Аванпост какой-нибудь, да? Такой незаметный аванпост. Стоит, да? Аванпост незаметно. Сука, это же аванпост. Ну, 100% аванпост, да? Ну, ебать, ну, огромная херня. Это, конечно, это аванпост. Да, это аванпост. Ты, сука, аванпост. Нет. Ой, пропасть опять написано. А что никого нет, врагов нет. Клак какой-то странный. Здесь звуки стрёмные. А, за что это было? Ну? Где, бред, аванпост? Мне нужен сраный аванпост. Пещеры. Встав. Ай, черт с ним, уходим. А, я здесь уже был, да, я здесь уже был. Если что, короче, запоминаю, что здесь есть лут. Все. Все, что нужно знать. Я вижу две сюжетки. Но за них же не дают, типа... Типа, за них же не дают, что ты, типа, катаешься, за них ничего не дают. Почему они отмечены как сюжетные задания? А, сюжетка, ну ладно. Ну, типа, сюжетка, но это не сюжетка. Не обманывают. Летим. Аккуратнее, сладкий. У тебя проблема. Так недолго и снова начать курить.
называется Дамб-А. Дамб-А. А вот здесь аванпост, да? Пожалуйста. Ну, вроде да, вроде нет, а вроде хер его знает. Ну, выпьет танк хотя бы плюс 50. Вот эта херня, ни на вертолете, ни на самолете, ни на чем невозможно туда попасть. Ни пешком, ни вообще никак, даже ни на грузовике, даже никак. Давай, трайми, бич. Уже не трайнишь, братанчик. А ну иди сюда, мразь. Слышь, ты. Уеба. Фига. Чего творит? Он умер. Он дед. А, он спасся. Вот. Блядь, я случайно. Пиздец. Пум. Стыкло зубу, пум. Все. Окей, ладно. Куда можно попасть? Фак. Свободу. Сори. Я могу съездить. Я думала, что навидалась психов в Марине, но тут... Да-да. Не натурально психопаты. Вообще, кончено. Скажи Ксандеру, что я думала о нем. Ну и Хёрку, если встретишь. Хы. Хёрк, тебе передать хотели, да? Но я согласен. Да, я тоже. Так, мы к конвою идем. Почему убралась мне... А, все, конвоя нет? Слушайте, а это случайно связано с тем, что я на вертолете? Нет. Странно. А Херли пропала. Это все Вера. Ладно, что нужно там сделать? Мне еще 1000 нужно набрать. Будем все, что здесь выполнять, а остальное как бы пофиг. А это основное, да, забываю. Стоп. А, нет.
блять? Что за сюжетка? Пиздец, все-таки это сюжетка. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Забыл, что надо заканчивать просмотр и серию.